Анонс и точная дата выхода 29 серии турецкого сериала «Рамо». 29 серия сериала выйдет в эфир 22 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Сибель никак не может смириться с тем, что больше никогда не увидит своего любимого Рамо. Все близкие с большим трудом переживают эти трагические известия. Только Рамо на самом деле смог выжить, так как его спас бронежилет. Сибель намерена отомстить за смерть Рамо. Она позвонила Джихангиру и затем сообщила, что направляется к нему. Когда Рамо вернулся, то он не успел застать дома Сибель. В ее комнате, на кровати, Рамо нашел письмо, в котором Сибель прощалась со своими родными. Рамо сильно испугался за Сибель и сразу же направился к Джихангиру. Сибель приехала к Джихангиру и достала пистолет, но так и не смогла его убить, так как ей помешали. Джихангир смог просчитать ее шаги заранее и предвидел подобную ситуацию. От него Сибель узнала, что Рамо жив и невредим. Вскоре на место приехал Рамо, и Сибель стала просить не трогать его. Джихангир вместе со своими людьми окружили Рамо и Сибель. На них наставили пистолеты, и Джихангир сказал о том, что Рамо приблизился к своему концу. Только даже в таком положении Рамо не растерялся. Ведь пока он сам этого не пожелает, ничего не будет закончено. Он заявил Джихангиру, что его дочь находится у него, и девушка пострадает, если с ним что-то случится. Но несмотря на все, Джихангир собирается довести начатое дело до конца. Напомним, 29 серия сериала выйдет в эфир 22 января. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.